Говорю ей, подруга, плохи твои дела. Вокруг полно нормальных мужчин, а ты вцепилась в этого дурака. Ну вот чем зацепил он тебя? Тем, что безжалостно мучает? Я прошу, дорогая, раскрой глаза, он же нарцисс бесчувственный. Эта история совсем нездорова. Ты же страдаешь день ото дня. Ну почему не бежишь от него, сломя голову? Ну в конце-то концов, где гордость твоя? Есть любимый вопрос у психологов. Он болючий, но очень важный. Она резко схватилась за голову. Ей было дико страшно. И, не дав мне спросить о главном, отчаянно всхлипнула. Боже мой. Боже мой, я... Кажется, я поняла. Я влюбилась в холодного парня, напоминающего мне отца.